Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать свиной шпик. На самом деле рецепт достаточно простой, быстрый и достаточно вкусный. Я специально выбрал сало вот такое тоненькое. Как вы можете обратить внимание, здесь такая есть прожилка с мяском внутри. Вот. Собственно, приступаем к готовке. Естественно, сало нужно зачистить. Теперь мы сало разрежем на полосы. Необходимо снять шкуру с него. Я когда-то изучал такой предмет, как биохимия. Вот. Так вот, нам наш преподаватель, я уже не помню, кто он был, доктор, чи профессор, чи просто кандидат. Вот. Он рассказывал, что 90% холестерина в сале, которое содержится, находится конкретно именно в шкуре. Поэтому я люблю шкуру, но ее надо снимать. Для того, чтобы шкура легко снималась, нужен хороший такой узенький, такой тоненький острый нож. У меня такой. Все, наша шкура, вернее свиная шкура снята. Вот. И, наверное, сделаем, разделим вот так на три части. Приблизительно одинаковые три части, чтобы удобно было складывать. Брать, но нам не нужно. Сало уже было предварительно подсолено. Все, теперь берем наши специи. В принципе, кто какие хочет. Тут у меня кориандр. По-моему, этот самый. Паприка, чили, перец. В общем, красненькое такое. Сделаем сейчас вкуснячий шпик. Так что, если у вас, допустим, попалось сало какое-нибудь тоненькое, то это на самом деле не беда. Это на самом деле большая удача. Мы из тоненького сала сделаем очень-очень вкусную вещь. Все, и в таком виде, то есть я сейчас его заверну в фольгу, поставлю в холодильник и придавлю чем-нибудь тяжеленьким, чтобы оно спрессовалось и, так сказать, соединилось, слиплось. Если у вас есть какая-нибудь, например, там веревка, вы можете перевязать, то тоже нормально будет. Вот. Ставлю его на день, завтра уже буду доставать. Ну что, друзья, шпик отстоялся у нас сутки в холодильнике и, в принципе, уже готов к дегустации. Приступим. Начнем, наверное, с краешка. Вот так. Режем. О, класс! Вот такой он получается у нас на разрезе. Если сильно хотите, можете края поснимать, чтобы было ровненько. Если вам нужна прям такая красота, какая-нибудь неимоверная. Вот такой вот он у нас выходит. Сейчас бы сюда 100 грамм, бы завтра на работу. Возьмем маленький кусочек, попробуем, что получилось. Вещь. Мерно соленый. Такой со стринкой. Такой пикантный вкус получился. Опять же, конечно же, все играет
основную роль играют специи. В зависимости от того, какие у вас будут специи, такой будет вкус шпика. Вот. Ну, на этом, наверное, все. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, и вы не пропустите новые рецепты, которые я обязательно для вас сниму. Ну, не только рецепты, конечно. Пока. Нереально вкусно.